Калининград – регион мечты. Почему люди стали выбирать 39-е царство вместо столицы? И с чем связан переезд жителей других городов России? Раньше так говорили про Москву, что не резиновая. А теперь про нас. Потому что Калининград – город для жизни. Город нравится. Море рядом. Что еще? Погодные условия хорошие. Здесь хорошо у нас жить. Свободно, не притесняет всех приезжих. В период пандемии многие люди стали приезжать в Калининград на отдых. Тогда-то регион и обрел свою популярность. Город с каждым годом становится все более привлекательным для жителей Казахстана, Дальнего Востока, Урала. Несмотря на застройку региона, риэлтор Евгения Филина уверена, квартир на всех не хватит. Очень довольны переездом. Все, нет таких, кто был бы как-то недоволен переездом в данный регион, потому что жизнь значительно в остальной России отличается от жизни в Калининградской области. Еще один магнит – это культура 39-го региона. Для мигранта многое покажется незнакомым и непривычным, ведь калининградцы сильно отличаются от жителей российской провинции. Также янтарный регион обладает комфортным климатом, условия которого подходят людям любого возраста. А вот дорогостоящее жилье и географическая удаленность – это скорее основные минусы Калининграда. Однако это никого не останавливает от переезда.